Жена в холодильнике, на даче с моими родителями. Она жует свой обед из сахара и вспоминает те, как он плакала. Она жует свой обед из сахара и ненавидит те, как он плакала. Автоответчик пишет послание, сидит поставлен на паузу. Родинец будет жить еще долго, а вот и будем тоже умереть. Она жует свой обед из сахара и ненавидит всех, как он плакала. Она жует свой обед из сахара и вспоминает всех, как он плакала. Она ходила голой на лестницу, ходила голой на улицу. Она хотела даже стать девственницей, но институт, экзамены, сессия. Она жует свой обед из сахара и вспоминает тех, как он плакала. Она жует свой обед из сахара и ненавидит тех, как он плакала.